Надежда Маклакова всегда мечтала работать в индустрии гостеприимства. Девушка уже закончила факультет пищевой биотехнологии и товароведения в Орле, но на этом останавливаться не собиралась. Пока Надежда искала работу, в интернете она нашла конкурс под названием «Учись воплощать мечты» и решила попробовать свое желание превратить в реальность. Девушка с легкостью ответила на онлайн-вопросы и прошла во второй тур. Я вытянула этот счастливый билет, билетик в жизнь. Хотелось бы начать, конечно, просто с каких-то базовых ступеней именно в гостиничном бизнесе, стать, может, управляющим гостиницы какой-нибудь сети. Чтобы стать ресторатором или управляющим гостиницей, нужно составить своеобразный бизнес-план. Но это только первая ступень. Конкурс организовала бизнес-школа «Свиссам». Находится она в Санкт-Петербурге. Именно здесь студентов учат не только в теории, как управлять рестораном или гостиницей. Стажируются студенты в лучших заведениях индустрии гостеприимства. Творческий конкурс Надежде покорился. Осталось только пройти последний, самый волнительный тур. Проводил собеседование именно ректор данной бизнес-школы, господин Вальтер Шпальтенштайн. Интервью проходило на английском языке, после чего были названы имена победителей. Я была очень рада, бескрайне счастлива, что я именно стала финалистом и одним из победителей. Кстати, три первых места и гранты на обучение получили только девушки. Надя заняла второе место. Это дает ей возможность полгода бесплатно учиться в бизнес-школе «Свиссам». Программа рассчитана на три. Счастливая обладательница гранта мечтает все-таки остаться работать и жить в Петербурге. Анна Немолякина и Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».